Друзья, всех приветствую у нас на канале. Сегодня подгружаем двигатель Cummins SF2.8. Двигатель достаточно распространенный, устанавливается на многих моделях российской техники, таких как Газель, МАЗ, Зубрёнок, но только там такой же 3.8, ПАЗ и так далее. Также этот двигатель устанавливается на многих легковых автомобилях, пикапах китайских производителей. Вот. Ну, собственно, достаточно популярный мотор. Покажем, в какой он комплектации у нас, каким навесным оборудованием укомплектован данный мотор. Ну, то есть пробежимся побыстренькой по двигателю. Итак, значит, комплектуется он полностью всем навесным. Вот пучковый ТНВД от марки Bosch должен быть. Значит, стартер тоже от компании Bosch. Также имеется здесь под заглушкой. Сейчас. Быстро получится. Нет, она, например, замерзла, да. Ну, в общем, здесь дроссельная заслонка для того, чтобы можно было полностью двигатель заглушить. Масляный охладитель типа кулера, да, то есть здесь крышка лобовины устанавливается, и здесь вероятнее всего здесь циркулирует жидкость. Также имеется вся электрика, то есть датчики положения коленвала, датчики температуры, датчики давления масла и так далее. Генератор должен быть от фирмы Искра, насколько я помню. Да, фирма Искра тоже очень популярная фирма. Турбинка здесь небольшая, турбинка от фирмы Борг Варнер. Вот, ну, если можешь, покажу. Тоже достаточно интересная компания, очень качественные турбины производит. Вот. Я, как и говорил, комплектуется полностью всей электрикой. В комплекте идут блок управления, ну, так называемые мозги от фирмы Bosch. Вот. Имеются форсунки топливные. Форсунки тоже бошевские, 123, насколько помню. Да. А, нет, 059 форсунки Bosch. Вот. Ну, то есть он полностью комплектный, не нужно ничего выдумывать, его ставим и запускаем двигатель. Проверим уровень масла. Маслица вот свежая, залита на заводе. Вот, также прошу обратить внимание, что новые двигателя комплектуются всеми заглушечками. То есть двигатель оригинальный от компании Cummins, по номеру пробивается. То есть нас заходим на сайт, пробиваем, этот номер действительно существует. То есть двигатель выпущен. Вот помпа от фирмы Wavka. Тоже это немецкий производитель. Производит воздушную систему и комплектует помпу. Ну, собственно, все. Так что, если нужно заказать вам данный двигатель, можете пройти в описании по ссылке в описании, и всегда будем рады с вами сотрудничать. Всем пока.